Это один из лучших защитников в Европе. И мы все смотрим на него с надеждой, что лучшие игры его еще впереди. И мы очень рады, что он с нами еще 4 года, начиная с сегодняшнего дня. Конечно, спасибо новому руководству. Я знаю, что они много старались, чтобы я стал в клубу. Предложений было много, но и я, и они хотели, чтобы я был здесь еще 4 года. Мой дебют за сборную Хорватии был на этом стадионе 10 лет назад. Потом, думаю, это все связано, и думаю, я и должен здесь закончить карьеру. Svim bolješnikima i eto, ja prinjam takvo rješenje što ostanu u Lokomotivu što 4 goda. Konečno, očin rad što budu s vami nadavit se 8 let. I hoću skazati bolšoje spasiba za podršku i za, konečno, i krasive komentare na Instagramu što bih svi hteli što bi ja stal se u klubu i nadavit se svi u mjestu nas ждет светлое будущее.